Ученики Шокшинской средней школы регулярно принимают участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Но до сих пор специальной площадки для тренировки навыков фигурного вождения у ребят не было. Дети катались вдоль дорог, это было небезопасно. Потому о специализированном велотреке здесь мечтали давно. Школьный учитель Ирина Геннадьевна Каштанова подготовила проект и вместе с администрацией поселения представила на конкурс поддержки местных инициатив. Написали проект, составили смету. Ну, поскольку решили, что все-таки рядом детская площадка, нам необходимо еще и, наверное, на детскую площадку добавить элементов. Таким образом, благоустройство коснулось и детской площадки рядом с дорожкой. Здесь установили три новых элемента. Площадка пользуется большим спросом у детей разных возрастов. Эта площадка, она является центральной, можно сказать, в нашем поселке, кварцитном. Как вы видите, вот четырехэтажные дома, они вообще без дворовых территорий. И все дети, которые живут, они, конечно же, здесь. Сейчас неподалеку за школой обустраивают этнопарк. Это стало возможным благодаря проекту поддержки коренных малочисленных народов. Парк «Малиновая скала» Рузовинкаль назван в честь малинового кварцита, уникального местного камня. Сейчас на территории прокладывают тропы. В планах на следующий год установка освещения, скамеек и малых архитектурных форм. Как считают инициаторы, это место станет визитной карточкой поселения. Виктория Швецова, Сергей Беляев, служба новостей, Прионежский район.